Владельцу этого имени следует более активно прислушиваться к другим людям. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. У носителя этого имени есть проницательное воображение, полет фантазии, блестящий ум, порой на грани гениальности. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Носители этого имени с буквой «В» возможно ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Любвеобильность, а также желание выделиться и стать кем-то более значительным любой ценой, часто бывает причиной многочисленных конфликтов с окружающим. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.